Между администрацией городского округа и Сбербанком сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве. Документ включает в себя пункты, связанные с внедрением продуктов Сбербанка в сферу деятельности муниципалитета. Лизинг, приобретение техники, уборочной техники для городского округа, проекты, связанные с цифровизацией экономики, проекты, связанные с безналичной оплатой услуг во всех сферах деятельности, в том числе в муниципальном управлении. Данное соглашение было подписано главой Юлией Купецкой и управляющим Южного головного отделения ПАО «Сбербанк» Сергеем Лукияном в целях продуктивного сотрудничества, направленного на улучшение условий жизни серпуховичей.